Ребят, всем привет! И в этом видео я хочу вам показать китайский автомобильную прибамбахину. Прибамбахина нужна для того, чтобы контролировать TPMS датчики давления в шинах. Действительно, меня этот датчик уже один раз спас. В общем, никакого указания на производитель нет. Зарядка от солнца, USB, монитор температуры, цветной дисплей и, в принципе, давление. И еще анти-хай температур. Internal или external, то есть внутренний, либо накручивающийся. Почему я выбрал накручивающийся? Да, ребят, многие писали, вот там они бывают закисают. Да, они бывают закисают, но перед тем, как их сажать, просто на нипелечек чуть-чуть масла я просто пшикаю, там любого силикона накрутил. Все, стоят и никаких проблем. А спасло меня один раз, я еду и услышал пик. Смотрю, что давление начинает падать. То есть 1,7, 1,5, 1,2, 1,3. А визуально даже по рулю ничего не чувствуется. Где-то я поймал гвоздя, и давление упало действительно вообще в ноль. Причем, что на скорости практически не ощущалось. Никакого ни биения руля не было, ничего. То есть я успел вовремя остановиться, заменить колесо на запасное и поехать еще на монтаж. Вот, в принципе, тут вся инструкция на английском языке. Ничего тут суперсложного нету. Front left, front right, rear left, rear right. В принципе, можно использовать вместо солнечной панели USB. То есть, если вы не хотите, где-то можно его в нишу, как я спрятал в прошлом видео, вам показывал. Можно использовать сразу же USB и вместо солнца. Потом дальше, что у нас? Гаечки, ключик быстренько покажу. Резиновая штуковина, чтобы антискользящая. И вот такие вот гаечки. И, соответственно, ключик. То есть, смотрите, мы сначала накручиваем гайку и накручиваем до конца самого ниппеля, до конца резьбы. Потом накручиваем датчик и вот этой вот гайкой контрим снять вообще нереально. То есть, не оторвав, не знаю, ниппель, никак. То есть, я пробовал, сначала надо открутить гаечку, а только потом уже снимать вот этот вот, собственно, датчик. Потому что, ну, единственное, что можно снять, это вот эту верхнюю часть. Там находится у нас батарея и... Вот так вот. Ну, единственное, что если не докрутить датчик, соответственно, колесо тоже спустится. Так что будьте нормально закручивайте и следите за давлением. Высота одного датчика 17 мм. Диаметр 23,2. А вес 11,5 граммов. Поэтому, когда вы повесите, желательно отбалансировать колесо. Просто так скрутить в крышку тоже не получится. Кольцо снимаем и откручиваем уже непосредственно с помощью нашей гаечки. Ключа, вернее, откручиваем крышку, которая... Она служит для защиты от грязи и прочей воды. Я год уже практически отъездил со своими датчиками. Сейчас покажу, что с ними все нормально. И вот питание у нас происходит от одной батареечки, которая у нас зовется... Так, внимание. Омсан CR. Так, давай фокусируйся. CR1632, 3-вольтовая. Одна батареечка. Этого для защиты от влаги. У нас присутствует вот здесь вот резиновое уплотнительное кольцо. На моих датчиках такого, к сожалению, не было. То есть, здесь сделано действительно достаточно качественно. Внутри сам наш приборчик выглядит вот так. То есть, идет питание непосредственно от солнечной батареи плюс-минус и от встроенного аккумулятора. Здесь должен быть, по идее, динамик. Но динамик, ребят, где-то вот здесь вот внутри он встроен. Вот, скорее всего, вот это он. Хотя я могу ошибаться, если честно. И вот так вот выглядит сам наш дисплейчик. Действительно, он, по сути, цветной. Ну, почему цветной? Потому что выполнен в разных цветах. То есть, 28 температуру желтым показывает, 0,0 показывает белым. Ну, и, соответственно, если будет какой-то прокол, будет красное. Аккумулятор емкостью 500 мАч. Ну, в принципе, его достаточно для поддержания работоспособности. Когда нету у нас солнечного освещения, будет работать аккумулятор. Когда появится солнышко, соответственно, будет и от солнышка, и будет заряжаться наш аккумулятор. В принципе, потребление для подзарядки встроенного аккумулятора не такое же большое. Действительно, солнечной энергии хватит с головой. 0,8 это когда у нас прибор не включен. И если мы включаем, включается он удерживанием кнопки налево, то где-то будет до 0,10 доходило. Вот такие вот пиктограммы, сейчас я покажу, когда они включаются, вы сможете посмотреть на стопе. Солнышко, несколько красных, Цельсия, Фаренгейты, переключение, и бар, и паскали, да, есть у нас такое вот.
И все, в принципе, все изображение. Ну, кроме этого, он периодически засыпает, чтобы не тратить электроэнергию. Когда происходит какая-то тряска, он автоматически включается. Максимальная ширина 99,4 мм. Глубина 70 мм. Высота колеблется от 30,7 мм до 14,7 мм. Вес 77 грамм. Кнопкой вправо или влево мы можем устанавливать одну из двух яркостей дисплея. То есть, либо по так, либо так. Я рекомендую поярче, потому что дисплей все-таки имеет такую небольшую засветку. Особенно если касается вот так вот сверху вниз. Вернее, снизу вверх смотреть. По бокам, в принципе, практически нет засветки. И снизу тоже. Вот так вот есть. Переходим в меню. Меню, в принципе, тут такое достаточно обширное. Первое, выбираем бары, либо паскали. Удерживаем кнопочку меню. 3 секунды. Переходим в режим программирования. И потом нажимаем еще раз меню, влево, вправо, выбор значения. Следующий пункт, переходим направо. Температура в Цельсиях, либо в Фаренгейтах. Это у нас максимальное давление 2,8, после которого, вы, если будет выше, будет уже сигнализировать нам. Можно его поднять до 3,2, допустим, пусть так будет. Можно оставить, конечно, 2,8, но лучше, наверное, на троечку. Следующий – это минимальное давление, после которого произойдет у нас сигнализация. Бип, в качестве бип-бип можем его опустить до значения 1,1. То есть, все, что ниже, будет уже сигнализировать. Но я все-таки рекомендую где-то, наверное, 1,6 вот так держать. У нас максимальная температура 68, она в периоде от 60 до 90 градусов. После этого будет звуковое сопровождение и ошибка. Так, это у нас... как у нас праворульная или леворульная машина, 0,1, насколько я понял из меню, потому что тут, по сути, вот можно поменять 2,3, 0,2, или это и смена датчиков, не знаю, оставлю по умолчанию, откровенно скажу. То же самое, ребят, не очень, вот видите, изменил так, 0,1, хотя надо было поменять его, ну ладно, сбросим потом, вот так. Следующий вообще не понял, 1,0, то есть это левое колесо, вот ну, меняется B05, F3, FE, хотя на самом деле это может что-то 7C55. Откровенно, ребят, вообще непонятная настройка. Ставлю как есть, потому что можно еще вот тут менять вот так вот. Если вы наклацали, ничего страшного, не переживайте, можно всегда сбросить на настройки по умолчанию. Для этого переходим просто меню, держим сразу налево и вот настройки по умолчанию. Сейчас у нас выключится, все сбросились, и пик, и включается. Откручиваем старый ниппель, накручиваем до конца контргаечку вот эту вот, до самого-самого конца резьбы, и потом мы ее подожмем. И непосредственно уже накручиваем наш датчик, и потом поджимаем быстро. Опс, надо его хорошо закрутить, иначе колесо может спустить. И потом поджимаем вот эту вот контргайку с помощью ключа, идущего в комплекте. И все, теперь по сути вот эту вот штуку вообще невозможно снять. Ну а теперь представьте, что не дай бог вы пробили колесо. Соответственно, датчик я сейчас подскручиваю при вас. И буквально несколько секунд. Все, потеря связи с колеса, происходит сразу звуковой контроль. Что у нас? Давление 0. Ну и, соответственно, вот накручиваю обратно, буквально несколько секунд, и давление возобновилось. Можно его спокойно положить на торпеду, для этого у нас присутствует двухсторонний такой вот скотч и резинка в комплекте. То есть, вот он обзору никак не мешает. Ну и, соответственно, отрегулировать под себя цвет, ну, яркость. Я установил предыдущий. Вот сюда, вот в эту полочку, я уже показывал видеообзор. И как видим, полностью совпадает значение 2,3, 2,3, и правое заднее 2,4. То есть вообще один в один. И я сравнивал его, этот же, с манометром. Но где-то практически никакой погрешности нету. То есть данные правильные. И температура тоже, в принципе, тут датчик единственное, что я вынес из дома. А тут они уже стояли на солнце, поэтому разница небольшая есть. Но в целом показывает плюс-минус адекватно, сигнализация есть, поэтому, друзья, в принципе, для автомобилиста очень неплохой подарок. Если у вас нету встроенных датчиков, то это, в принципе, очень неплохой выход из положения. Ну, и тут уже сами решайте, покупать внутренние вам
или же накручивать вот эти вот колпачки. Вот так вот в ночное время это все выглядит. А вы не забывайте ставить лайки, не жалко, не видно. Подписываться на канал. И всего всем хорошего. Пока-пока.